Если у вас в холодильнике залежалась баночка фасоли и вы никак не можете придумать ей применение, предлагаю приготовить быстрое фасолевое пюре, которое с удовольствием едят даже дети. Вашему вниманию предлагаю быстрый и очень простой рецепт фасолевого пюре. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Ингредиенты. Консервированная фасоль, 500 грамм, лучше белая, луковица, 1 штука, чеснок, 2 зубчика, листочек шалфея, 6 штук, оливковое масло, 2 столовые ложки, лимонный сок, 1 чайная ложка, соль, 1 щепотка, количество порций, 6. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. Друзья, до новых встреч!